Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов Trend Lock System. А прежде чем продолжить просмотр, обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. А мы идем дальше. Данная стратегия является платной и стоит 149 евро. Но при этом она содержит индикаторы, которые построены на скользящих средних и находятся в свободном доступе, а сигнальный индикатор и вовсе перерисовывает все сигналы. На сайте продавца указано, что это на 100% трендовая система, и это правда, так как скользящие средние – это трендовые индикаторы, и как уже говорилось ранее, все индикаторы в данной стратегии работают по алгоритму скользящих средних. А вот чего не указано в описании, так это того, что данные индикаторы являются почти одинаковыми, но располагаются в разных окнах, из-за чего складывается впечатление, что они дают точные сигналы почти одновременно. Чтобы удостовериться в том, что данные индикаторы работают на скользящих средних, достаточно добавить на график стандартные мувинги. Для этого необходимо посмотреть настройки индикатора, которые используются в стратегии. И как можно видеть, это 21 и 8 период с методом первым, что скорее всего будет простой скользящий средний. Добавляем скользящие на график с теми периодами, которые были в индикаторе. Это 21, простая, и точно так же 8 период, тоже простая. И как можно видеть, мы получаем идентичные сигналы, но с небольшим сдвигом, который при желании можно настроить в скользящих средних. Подвальный индикатор также использует скользящие средние в своем алгоритме, и в этом можно убедиться, нажав на настройки. В данном случае видно, что используются экспансиональные скользящие средние с настройками 10 и 26. Поэтому поменяем настройки стандартных мувингов на настройки подвального индикатора. Выберем нужный метод. И то же самое здесь. Так как подвальный индикатор слегка модифицирован, то можно видеть сдвиг в сигналах, но это ничего не меняет, так как сигналы все равно остаются такими же самыми. Особое внимание в данной стратегии стоит уделить индикатору Z-Turbo. И проверять данный индикатор нужно только в тестере, так как на истории он всегда показывает только точные сигналы на разворотах, что является крайне подозрительным. Давайте запустим тестер и посмотрим, как работает данный индикатор. Как можно видеть, индикатор будет перерисовывать сигнал до тех пор, пока не образуется четкая вершина и тренд не развернется. То же самое можно сказать и об обратных сигналах. По итогу становится понятно, что данная стратегия представляет из себя всего лишь две скользящие средние, которые продаются за 149 евро. И если убрать с графика все лишнее, а именно оба индикатора и сигнальный индикатор, то мы получим абсолютно такую же стратегию, но в упрощенном виде, и причем бесплатно. И также при желании можно добавить какой-то сигнальный индикатор, который можно скачать как с нашего сайта из раздела «Индикаторы», так и из сети. Тем более, что таких индикаторов сейчас огромное множество. И в заключении хочется сказать, что какой бы индикатор или стратегию вы не использовали, всегда стоит тестировать их не только на истории, а и в тестере. После чего желательно проверить их в торговле на демо-счету, так как никогда не известно, какие ситуации могут возникнуть на реальном рынке. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!